Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео, а это робот-пылесос от бренда Midea, с которым я хочу вас познакомить. Эта модель точно порадует невысокой ценой. Да, он не оснащен искусственным интеллектом, но обладает достаточно широким набором функций. А главное, этот робот отлично справляется со своим прямым предназначением – самостоятельно убирает квартиру. Причем делает это качественно, так же, как более дорогие собратья. Но обо всем по порядку. Начнем с внешнего вида. Встречают все-таки по одежке. Дизайн пылесоса изящный и сдержанный. Благодаря белому корпусу и с серебристыми акцентами робот смотрится необычно и даже нарядно. На крышке всего одна кнопка включения-выключения. Все остальное управление пылесосом производится с помощью пульта. Здесь все проще простого. Есть кнопки выбора направления вправо-влево, вперед-назад, кнопка переключения на турборежим и кнопка выбора программ уборки. У этой модели их 5. В автоматическом режиме робот будет убирать помещение расширяющимися кругами. Программа Z подразумевает уборку зигзагообразными движениями. Она подойдет для уборки больших помещений. Режим по спирали выбирайте в случае необходимости очистить сильно загрязненный, но небольшой участок, так как робот увеличит мощность всасывания и будет пылесосить лишь выбранную зону. Название программ вдоль стен говорит само за себя. В деле уборки около плинтусов особую роль играют вот эти вращающиеся щеточки. Ну и последний режим – произвольный. Выбирайте его, если планируете ежедневную уборку, робот будет прокладывать траекторию хаотично. Но даже несмотря на, казалось бы, беспорядочное перемещение, этот робот идеально ориентируется на местности, потому что оснащен инфракрасными датчиками определения расстояния до препятствий и сенсорами перепада высоты. Значит, пылесос не свалится с лестницы или другого уступа и не столкнется с мебелью даже в очень заставленной комнате. Немаловажное преимущество модели – ее малый размер. Высота пылесоса чуть меньше 8 см. Такой малыш поместится даже под низкий диван, куда и швабра-то не пролезет. Обратная сторона медали – миниатюрности небольшой контейнер для сбора пыли. Здесь 0,3 литра. Немного, но на уборку квартиры площадью до 60 квадратных метров вполне достаточно. К тому же очистить пылесборник элементарно, он находится сверху, то есть при его извлечении пыль не просыпается. Легко и гигиенично. Еще один жирный плюс модели – наличие HEPA-фильтра. Он улавливает частицы диаметром меньше человеческого волоса и обратно в воздух их не выпускает. Идем дальше. Работать без остановки на одном заряде аккумулятора пылесос может целый час. А когда батарея почти иссякнет, робот сам найдет зарядную станцию. Что ж, похоже, вековая мечта людей, выраженная в словах «вкалывают робот и счастлив человек», начинает сбываться. Если вам нужна настоящая рабочая лошадка для регулярной помощи в уборке, и притом за небольшие деньги, присмотритесь к роботу-пылесосу Midea. Он станет хорошим помощником по хозяйству. А у меня на этом все. Надеюсь, этот обзор, это видео поможет вам сделать правильный выбор. МВидео. Нам не все равно.